Готов ли регион к тушению лесных пожаров, обсудили на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Вопрос возник не случайно. Синоптики прогнозируют жаркий и засушливый август. В области уже установлен третий класс пожароопасности из 5 возможных. Гражданам рекомендуют пока отложить поход за грибами. И не только любителям тихой охоты придется посидеть дома. В лес с 1 августа могут заходить только те, кого обязывает служебное положение. Мы будем ограничивать охоту, вернее, перенесем ее начало с 1 августа, ориентировочно пока на 1 сентября. Это связано, в первую очередь, с погодными условиями, и думаю, что любители охоты нас поймут. Главным образом ограничения касаются Ивановского, Комсомольского, Пестяковского, Тейковского и Южского районов. В зоне наибольшей опасности 38 населенных пунктов. Однако при грамотном мониторинге ситуации региону под силу не допустить разгула стихии. Центр лесоохраны сейчас укомплектован на 100%. Получили они всю технику, в принципе, она вся новая. За последние 2 года основная техника пришла. Вся она соответствует своему предназначению. Есть там и техника для перевозки тяжелой техники, то есть трейлеры. И если ситуация не будет сложна, то и хватит. 23 единицы техники на 80 человек личного состава. Еще в начале лета была произведена опашка населенных пунктов, которые расположены в зоне опасности. Сейчас эту процедуру необходимо срочно повторить, чтобы в случае пожара огонь не перекинулся по траве к домам людей. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.